супермаркет «Да». В Малаховке сейчас зайдем. Обзор цен сделаем. Такой широкий, большой, красивый вход. Арендованный. Больше интересуют фрукты и мясо. Так, капуста 90 рублей пекинская, помидор 270 рублей и там куча разных помидоров. Бананы 140 рублей, вообще обалдели. Хурма, вот эта хурма здесь стоит 200 рублей, на рынке по 50 рублей, в Люберцах завалено все. Так, мой любимый виноград Тайфи 230 рублей, когда-то я его брал по 80 рублей совсем недавно в этом году. Черный 219 рублей, 220. Такие цены здесь. Мой любимый 90 рублей стоит вот такой Матвеев. Так, лук 36 рублей, морковка 30 рублей, картошка 10 рублей килограмм. Ну, цены так ниже среднего, ну, брать можно. Гипермаркет «Да». Магазинчик такой. В принципе, цены такие. Сколько здесь у нас яйцо самое дешевое? 110 рублей, да? Да. Вот такой вот. 110 рублей. А в Верном 90 рублей. 30 штук. 360 рублей. Такие цены. Всем хорошего дня.